Всем привет-привет! Сегодня поговорим о новом каталоге. Это мой предзаказ следующего каталога и также закладочки, те продукты, которые я очень люблю, которые я распробовала, потому что абсолютно в каждой косметической компании есть какие-то бестселлеры, которые выделяют ее и выделяют эти продукты. Это топчик, это просто какие-то бестселлеры, невероятные продукты. Есть продукты, которые плюс-минус похожи, есть продукты, которые ну, не очень. И я выделила вот самые-самые мои любимые, которые повторяю неоднократно, продукты. И также разберем новинки каталога, то, что я хочу попробовать, протестировать. Итак, давайте, поехали. И первая новинка каталога – это новая помада линейки The One. Красивейшие оттенки. Мне заказ едет, немножко задержался, и я оттянула съемки видеообзора, приедет в субботу. Возможно, я запишу новое видео, у меня будет два оттенка, нюдовый и красный, и покажу вам, как эта помада. Уже смотрела у официальных обозревателей, кому пришли эти помады. Нюдовый вот этот оттенок просто потрясающий, красивейший, будем смотреть, и, конечно же, я буду пробовать. Бестселлер у нас тушь 5 в 1, ароматы, и я достала пробник, который приобрела для себя. Цветки липы, мандарин и амбра. Вот такие ноты. Мне этот аромат очень сильно напомнил Эклат Монпафа. Я не знаю, то ли его сняли с производства, у меня ассоциация с Парижем, почему-то вот яркая. И это один из моих любимых ароматов, он у меня закончился, я себе его приобрела, но пока еще не вскрываю. И когда вот эта вот новинка пришла, мне показались какие-то общие ноты, и я, наверное, себе его закажу. Вот прям рука прям подрагивает. И вообще как бы для себя я сделала какие-то вот выводы, что у меня каждый каталог должен быть какой-то новый аромат, или каждый месяц новый аромат. Вот есть базовые классические, которые вот я вам говорю, что это амбар эликсир, какие-то еще покажу мой аромат легенды, плюс какие-то ароматы настроения, которые вот каждый месяц, это вот знаете, как вот времена года меняются, плавно перетекающие, также и каждый месяц у меня вот какой-то аромат. Это был декабрь, это был январь. А в феврале, возможно, будет этот аромат. Посмотрим. Аромат очень нежный, приятный, легкий, вот чуть-чуть теплый аромат. Вот такой вот. Мне очень понравился. У нас страничка, это мужской аромат. И парижская любовь. Возможно, это вот та классика. Клад Монбафа. Взяла также мужской аромат, пробник интересный. Акция, если вы приобретаете два аромата, а это два аромата парные, у них есть общий нот, который вместе рождает третий аромат. И еще есть такая фишечка, если вы любите мужские ароматы, вы можете войти в ауру женского аромата, сделав несколько нажатий, и одно нажатие мужского аромата, когда вы заходите в это облачко, рождается очень интересный третий аромат. Ароматический фужерный аромат, черный перец, герань, кожа растительного дубления. Очень интересное описание. Коллекция ароматов Эклат представлена в каталоге со скидкой. И буквально недавно знакомая позвонила мне, говорит: «Ирина, срочно нужны ароматы мужские базовые Эклат». Вот этот аромат, и она сразу заказала 3 на 23 февраля. Потому что это классика, и этот аромат очень любят. Для тех, кто сомневается по ароматам и хочет сделать подарок, классика во все времена, Excite – это вот прям хит, топчик продаж, там свежий, классный, яркий аромат, бестселлер. Тоже фаворит. Недавно у меня регистрация даже была на этот аромат. Или можно на 23 февраля, День Святого Валентина, сделать какие-то вот такие небольшие подарочные наборы, собрав с линейки Мэн. Многие распробовали вот этот вот аромат, новиночку, и в декабре уже на складе не было этого аромата. Мой аромат прошлого года – это вот этот вот аромат, когда было открытие, вот это вот безумно красивейшее платье, показы, и когда я сейчас его немножечко убрала, пользуюсь вот этими ароматами, потому что больше была такая спокойная домашняя обстановка. И когда я просто открывала аромат, у меня сразу раскрывается история.
Ой, боже мой, потрясающий, потрясающий, просто улетный аромат. Для меня вот это открытие года. Еще буквально недельку назад у меня была регистрация. Женщина специально зарегистрировалась для того, чтобы выловить вот этот аромат Jardin Gold Essence. Причем не только она, у нее еще кто-то из подруг заказали. А, и еще, надо сделать закладочку, это спрей. Кто-то пользуется шариковыми дезодорантами, есть еще в такой линейке, но у меня на протяжении многих-многих лет, как только вышел этот аромат, был всегда вот этот дезодорант, он восхитительный, потрясающий, хорошо ароматизирует, не знаю, вот для меня, вот даже вот на любые тренировки, когда я захожу, я все время пользуюсь именно этим ароматом. Потом написали, что все, дезодоранта этого не будет, сняли с производства, я взяла еще буквально две, по-моему, две штучки про запас, и у меня сейчас на полочке стоял Possess. Мои хомячковые запасы закончились, с удовольствием буду возобновлять, потому что для меня это топчик. И вот что, вот этот уже на дне остался, и вот этот вот. Не знаю почему, но я не совсем дружу с вот такими шариковыми дезодорантами. Могу, конечно, наношу, но вот это топчик. Еще в следующем каталоге у нас появляется новинка Giordani Flora и один из моих любимых ароматов Miss Giordani вот в таком же дизайне был, и когда его сняли с производства, я еще заказала дрипом аромата, не знаю, дочка у меня тоже настолько его распробовала, говорит, мама, это мой любимый аромат, нам настолько он нравился, именно Miss Giordani, вот, и когда вот в таком похожем стекле новинка выходит, я попробую, посмотрю. Называется по-другому, но я думаю, какие-то общие нотки будут. Еще и пион интрига, да, там тоже пион был. В общем, буду пробовать. Это будет, наверное, аромат марта тогда, да, марта. Следующая страница, очень приятная акция на легенду. Это румяна в шариках. У меня есть они все три. Мне прислали как амбассадора Giordani Gold шариковый румяна хайлайтер. Мне очень нравится такое естественное легкое сияние. Наношу непосредственно как вот здесь сегодня носила на выступающую часть, так же как и на шею, на декольте и коже, она становится более роскошной, такой ухоженной. Также рядом два вида румян, это более розовый и в теплой гамме. Теплый оттенок люблю наносить непосредственно такой летний, осенний период, зима, весна, больше подходит более розовый, да, ну и в принципе под макияж, если я делаю теплую гамму, либо делаю холодную гамму. Сегодня носила холодную гамму, и знаете, несколько лет у меня было отдельно, даже видела, показывала вам шарики румяна бронзер отдельно, да, отдельно потом я носила на щечки розовые оттенки, но сейчас, знаете, вот такое вот домашнее состояние, декабрь, январь, легко сделать макияж, что просто я достаю шариковые румяна, вуаля, там раз-раз, два штриха нанесла и макияж готов, то есть не заморачиваться, легкое нанесение, ты обновляешь, и все это очень круто смотрится, поэтому вот люблю. И следующая страница – тональные основы. Для меня два продукта новинки, открытия, и чаще всего сейчас ими пользуюсь. Если у меня нет времени, то быстрее вот эту наношу. Примерно плюс-минус покрытие для меня одинаковое. Если у меня есть время, то, конечно, про красоту, про наслаждение, про роскошь, вот саму эстетику, когда ты достаешь этот флакончик, да, поднимаешь его, нажимаешь, вот эта вот капелька, ну вот красиво, эстетично. Но потом, если у тебя нет времени, нужно как-то это обратно поставить, быстрее-быстрее, да, когда я тороплюсь, то наношу вот этот продукт. Красивейший дизайн и полностью всю коллекцию Giordani Gold обновляют, то есть все тональные основы, есть еще матирующая тональная основа, антивозрастная будет в следующем каталоге, да, есть пробники, которые можно приобрести, очень-очень. Вот они идут со скидкой. И следующая страница. В прошлом году я отказалась от наращивания ресниц в конце августа, после того, как мне прислали вот эту тушь. И это самая-самая моя любимая тушь, с ней ресницы
классный. Получается эффект нарощенных ресниц. Не знаю, с ней они еще с пептидами, с ухаживающими компонентами. Это вот формула. И я отрастила ресницы, и у меня нет абсолютно желания наращивать. Даже вот сейчас у нас будет топ-100 России, я поеду в Москву. Она настолько красивая, она настолько дает легко объем, прокрашивает каждую ресничку. И сегодня я делала макияж, я сначала прокрасила, потом мне отвлекли по телефону, смс-ки, перезаписала. Я поняла, что я не нанесла второй слой, а у меня сегодня яркий макияж. Такой яркий макияж я делала для съемок видеообзора и вот по настроению куда-то там пойти. А так повседневной жизни это там раз, два, три. Утром просыпаюсь, наношу только тушь, потом у меня в 10 часов утра планерка, то есть это все настолько лайтовое, но это моя любовь. Если еще использовать скеллера, вот он, да, то есть ресницы, они как с накладными ресницами, очень-очень крутое. Вот, тоже сегодня использовала вот эту вот подводку черную, это тоже мой топчик, мой фаворит. Люблю. Большое-большое разочарование. Снимаю с производства вот такую мою любимую помаду. Giordani The Bestseller. У меня три оттенка. Сейчас оттенок кашемир. Еще есть розовый, такой холодненький розовый оттенок. Тоже его вот прям несколько лет. Это была моя любовь. Практически им и красила. Также еще себе взяла красный, потому что я знаю, что по отзывам это вот прям бестселлер. Те, кто красит яркими помадами, и она у меня пока новая. Еще даже не распечатывала, не открывала. Не знаю, посмотрю еще, есть ли в хомячковых запасах. Возможно, именно вот этот теплый кашемир возьму оттенок, потому что это один из самых популярных оттенков Pillow Talk от Шарлотты. Вот, ну, я тоже много раз уже сводчила, все время проговаривала. Жалко. Когда придет заказ, мне, как официальному обозревателю, в новинки вложили новый оттенок, вот такого какого-то шоколадного. И я думаю, что это ближе к матовому карандашу. У меня есть все вот эти вот оттенки. Они невероятные, шикарные. Обожаю. И у нас в Oriflame есть тени больше матовые. Практически вот в линейке вот это есть. А это как раз-таки тот спаркл. И если я наношу их на подвижную часть века, то... И даже сравнил, у меня есть видео, где показываю сравнение с люксом, с палетками Huda Beauty, Pat McGrath, Наташа Денона, вот сводчи оттенков, где я вот прям дубль один в один нашла, да, и вот макияж... Да, вы никогда не отличите, например, там, с палеткой, сейчас, палетка Pat McGrath 26 тысяч стоит, ужас, да, вот я делала макияж, где с одной, с другой стороны делала макияжи полностью Oriflame, здесь был Pat McGrath, то издалека мне интересно узнать, как работают эти продукты, еще будет новинка, которая имеет голографический эффект, она меня интригует, потому что это вот такой интересный популярный оттенок, и если идет мерцание, да, вот нам показывают, что немножко фиолетовый вот этот вот белый, то на лето будет просто... Мне сказали, что на некоторых складах уже нету ее. Ловите. Почему? Потому что я вообще не знаю, как это делать макияж и не закреплять его рассыпчатой пудрой. Много лет назад покупала Huda Beauty, даже вторую потом себе приобрела пудру, потому что ну, вот аналогов не было. И она очень круто матировала, держался макияж практически весь день. Ну, потому что у меня жирная кожа, и сейчас по свойствам, когда я нанесла, когда походила в течение дня, я понимаю, что очень-очень сильно похоже и очень сильно делает крутой матовый финиш, эффект пудра. Пудра достойная, тем более сейчас я посмотрела, цены Huda Beauty, пудра 7500, Pat McGrath 10000, думаю, да ё-моё, вы куда? Есть, конечно, и за 5000 это Hourglass, можно посмотреть, такие вот в люксе, и причем у них составы... Много лет моя любимая пудра была Huda Beauty. По эффекту и текстуре они мне показались очень похожими, поэтому я сравню состав. Huda все знают по яркому аромату Красной Москвы. Тарго Силика является основой, базой многих рассыпчатых пудр премиального сегмента. Это Huda Beauty, Байтери, Лора Мерсье, Нарс, Pat McGrath, Анастейша. Это тальго-силика, какие-то связующие вещества и ароматизаторы. Во многих пудрах база, это, конечно же, идет тальк. Это природный глинистый минерал. Силика – это оксид кремния, применяется на производстве минеральной косметики.
практически во всех пудрах есть этот компонент. Это и антисептик, и консервант. В составе есть стабилизаторы и ароматизированные отдушки. Пудра The One от Oriflame произведена в Италии на тех же заводах, что и многие люкс-бренды. Подходит для бейкинга, для закрепления макияжа, и она офигенная. Рекомендую. Вау, во втором каталоге будет грандиознейшее событие. У нас будет перезапуск. Это бренд Velocity, раньше был Wellness, и 14 лет назад, когда только запустила компанию, еще никто об этом даже не говорил, и 14 лет назад я принимаю витамины, я принимаю коктейль, 14 лет, понимаете, 14, и я являюсь продуктом продукта, рога не отросли, крылышки там, третье копыто, нет, и это гордость, что с того момента, когда я принимаю Wellness Pack, у меня классные, здоровые волосы, хотела сказать ногти. Сейчас пошел такой тренд, что многие снимают ногти, потому что там 5 лет, 10 лет, и они истончены, они какие-то не очень, и я уже поговорила с своим мастером, думаю, тоже, может быть, снять, полгодика походить без ногтей. И она меня отговорила, говорит: Ирина, у тебя такие хорошие ногти, качественные ногти. Я смотрю, если бы у тебя хоть какой-то вот был намек, что что-то с ним не то, я же тебя первая, вот я многих клиентов отправляю для того, чтобы они восстанавливали ногти. Говорит, у тебя хорошие ногти, тем более, ну, господи, это просто сделал красивый маникюр и все, ходи 3 недели. А для меня волосов это действительно, это не просто продукты, да, это не просто коктейль, витаминки, это образ жизни для того, чтобы поддерживать себя, свою форму, иммунитет, заниматься спортом, это поддерживать свое тело, это очень круто. И компания мне прислала такую коробочку. И тут все так красиво. Поздравление с Новым годом улетело, да, и 2 продукта, 2 новинки. Ну, во-первых, шейкер, я его уже собрала, и, конечно же, новинка — это грибной супчик для контроля веса с летними маслятами. Сейчас, кстати, тоже на топ-100 поеду, я обязательно возьму. И так как не будет возможности горячего молока, подогреть молоко, то я буду просто на водичке его делать. И это замена питания. Для кого? Для тех людей, кто хочет поддерживать свой вес в идеальной форме, для тех, кто хочет снижать вес. Мой фаворит в замене питания — это шоколадный либо ванильный коктейль. И, вероятно, просто регулировать свой вес. Утром, каждое утро на протяжении многих-многих лет я встаю на весы. У меня приложение весы Пикук, и я вижу на протяжении многих лет какие-то скачки свои. Где-то, конечно, когда праздники, когда какие-то поездки, отпуск, я набираю вес очень-очень быстро. И даже в там, например, куда-то мы пошли, в ресторанчик, посидели с друзьями, или там какой-то праздник, на следующий день ты встаешь на весы и такой: опа, хо-хо-хо, надо поработать сразу. И в эти дни у меня сразу идет замена питания, то есть либо на завтрак, на ужин, либо 2 раза я принимаю коктейльчик. Также у нас периодически идет супчик, да, не каждый день, ну, как-то, ну, вот, даже не будешь там постоянно есть один только борщ. Вот, так же, как и супчик, да, безумно люблю спаржевый, это моя любовь. По поводу, кстати, дочери, расскажу историю. Сейчас у подростков идет такая тема, как вот прям, ну, такой переходный возраст, когда они искусственно, я узнала, что они едят, и особенно там фастфуд, что-то, ну, нехорошее, и они искусственно вызывают рвоту. Понимаете, для того, чтобы быть стройной, худенькой. И когда я узнала, и когда кто это конкретно делает, дочка рассказала, я была в шоке. Я смотрю, что дочка у меня каждое утро, перед тем, как идти в школу, она выпивает вот этот вот коктейльчик. То есть у нее, она говорит: мама, у меня жирные ляжки, мама, у меня ноги, я хочу стройнее, чтобы ноги. Я говорю: ну куда, у тебя и так красивое, идеальное тело, ну, реально очень красивое. Вот, и она каждое утро у меня принимает коктейльчик, она знает, что это замена питания, я знаю, что все, фух, ребенок у меня в школу пошел, позавтракал, и плюс она еще на перемене что-то покупает, перекус, какие-то там булочки, что-то там отбивную, ну, вот такое вот, да,
Вот, так же, как и она может прийти и говорить: «Мама, сегодня...» Она тоже каждое утро встает на весы. «Мама, сегодня я буду волосопчик». То есть она уже регулирует свое питание, она видит, когда так же, как и... Понимаете, мы являемся примером для своих детей, поэтому она видит, что я каждое утро, муж каждое утро встает на весы. И вот у нас, то есть если вечером там, ну, Сэм, понимаете, я тоже очень люблю вечером открыть холодильник и там вкусничками так открыл, закрыл, перекусил. А продукты для меня — это норма, понимаете, это вот такая норма. Коктейлем Natural Balance я жила на протяжении 12 лет, вот этот коктейль буквально пару лет у нас, да, и как-то Natural Balance какой-то, ну, туда где-то отодвинулся, да, вот это вот фаворит. Кстати, это вот пустая уже баночка, я даже уже не знаю, сколько у нас пустых баночек, они все-таки классные, хорошие, и мы всех оставляем, потому что для чего мы их оставляем? У меня, кстати, банка есть под сухофрукты, вот такая вот, да. Что еще у меня там? Три способа приготовления этого супа. Первый, классический, правильный, это когда мы на плите подогреваем молоко вместе непосредственно со смесью. Видите, у меня так вот, от шейкера там медная ложечка. Ой, как грибами пахнет. И яркий выраженный вкус грибов, причем не химозные, и это не шампиньоны, и это летние маслята. И очень приятно, когда ты раскусываешь, что вот именно вот вкус грибов прям ярко выражен, вот эти вот грибы сами сухие, вот кусочки, мне очень-очень нравится. Итак, подогреваем просто на плите, не доводим до кипения, и идет, ну, супчик, он загустевает. Второй вариант я пробовала в микроволновке на 1,5 минуты. То есть я делала так, например, 30 секунд порошочек перемешала, да, непосредственно супчик, еще 30 секунд, еще чуть-чуть перемешала, и вот третье уже я доставала. То есть я смотрю, то есть как микроволновка работает у вас. И вот мне хочется, чтобы, ну, побыстрее растворился, потому что все-таки это порошочек, чтобы комочки убрать. И третий вариант — это просто на кипятке. Да, безусловно, в молоке вкуснее, но на кипятке он выглядит вот так. И при этом достаточно вкусно. Почему рекомендуется на молоке и в идеале на безлактозном? Потому что это замена питания по стандарту европейскому, да, по определенному количеству. И если продукт содержит 200-230 килокалорий, то это замена питания. Если содержит меньше, то это перекус. И таким образом, если вы делаете на воде, это идет недобор килокалорий, то есть меньше, там получается 97, что ли, вот где-то так, и получается, что вам надо что-то еще дополнить. Вот сегодня вот, например, у меня был коктейльчик и сыр-косичка, я там несколько штучек вытянула. Около 8 часов я завтракала, сейчас уже около часа дня, и я не испытываю чувство голода, то есть мне комфортно. Вот, вы его можете применять как в обед, так и завтрак, ужин. Ну вот сегодня почему-то вот мне захотелось горяченького супчика попробовать именно просто на водичке, потому что утром я сегодня встала на весы, у меня было плюс 300 грамм. На себе, если мне нужно срочно сбросить, а первое — это у нас уходит, понятно, вода, и первый вес легко, но когда я стою на весы, у меня чуть-чуть перебор, то вот утром коктейль у меня был, вечером супчик, это минус полкило, понимаете, это безопасное снижение веса. И еще сегодня такой интересный случай. ВКонтакте, все социальные сети, нейросети, согласно вашего возраста, предлагают рекламу. И очень часто я стала натыкаться на рекламу, когда меня приглашают в спортзал. И вот эта женщина моего возраста. Через 3 месяца мне будет 44, понимаете, мне будет 44 года. Да? Вот так я должна выглядеть в районе, ну, 45, ягодка 50 лет, да, и как я покажу сейчас, также покажу вам свое видео. Вторая часть моего марафона, где я
за месяц до Нового года сделала свою идеальную фигуру. Сейчас вторая часть восстановления постновогодних салатик. Я старалась много не есть, но в это же время я приболела. У меня был вирус, я не ходила ни на тренировки, только занималась дома чуть-чуть. И процесс продолжается, складочки на теле меньше. Мне 43 года, как раньше, только не старалась убрать вот эти складочки, не получалось. Наконец-таки я нашла идеальный секрет. Это 10 минут тренировка каждый день, самомассаж и коктейль. И вот они, складочки убираются, целлюлит стал намного меньше, и я получила тот эффект, о котором давно мечтала, и я продолжаю свой марафон стройности, буду также записывать видео. И для меня это стратегически важные продукты для моего здоровья. Прежде всего, это легкое, комфортное снижение веса, это классная фигура, когда всего лишь 10 минут, одна тренировка у нас в закрытом сообществе. Вот. А еще... Посмотрела на люстру, у нас вчера было землетрясение, в Краснодаре 4,5 балла, вот, и я человек, который перенес очень сильнейшее землетрясение в Грузии, там было очень сильно, у меня психика была наружена, это вот в тот момент, когда были землетрясения в Спитаке, потом бахнуло на Грузию, мама потом поехала с папой в Армению, там тоже часто трясло, то есть папу перевели, сначала он служил в Грузии, потом в Армении, и у них даже недалеко был дом, в котором просто при землетрясении целая плита, вот блок плита вывалилась, да, и там все видно, там телевизор, там еще что-то, там стенка, все, ну вот как-то так, да, вот, ну, есть такой момент, и мы уже знаем, как вести себя в случае землетрясения, то есть в течение суток, как правило, идут повторные толчки, и так сейчас зима. Знаете, вот смех смехом, но с мамой вот это все перенеся, и она знает, что такое землетрясение, да, люди, кто пережил, нормальные люди не поймут тех людей, у которых вот это случилось, потому что очень-очень страшно. И мы с мамой собрали тревожный чемоданчик. Почему? Потому что мы знаем, что после сильного землетрясения, как правило, в течение суток еще есть толчки, а на улице холодно. В этой сумке, в тревожном чемоданчике, у меня теплые вещи. Это дополнительные колготки, носки, палантин, чтобы было тепло какое-то время, когда нужно просто, например, переждать на улице, это холодно. Также у меня там бутылочка воды и знаете, что там? Коктейль. 21 порция, причем это свежая новая банка. Я не знаю, что будет, как будет, но 21 порция, понимаете, 21 порция. Теплые вещи, документы и wellness, коктейль wellness. Я взяла целую упаковку. 21 порция и бутылка воды. Все, то есть вот это необходимые продукты, которые я знаю, что в случае того, что бывает, когда землетрясение, просто людей выгоняют и говорят, в течение там 2-3 часов не надо заходить в дома, потому что неизвестно, какие, в каком состоянии дом, тем более вчера я делала маникюр в цокольном помещении, у них был свежий ремонт, и у них после землетрясения вот пошли трещины, да, вот, ну это соседний у нас дом, ну поэтому, ну вот стихия, она такая стихия, хоть и в Краснодаре не планируется землетрясение, не должно быть, потому что это не та зона, где трясет, но тем не менее, еще раз, и вот я задумалась, да, знаете, вот, ты понимаешь, что из всего того, что ты берешь с собой, ты берешь с собой важный, понимаете, важный жизненный продукт, это коктейль, понимаете, это коктейль, я просто знаю, что просто тупо у меня будет еда, и когда я куда-то еду, в какую-то поездку, на поезд, то я всегда беру с собой вот замену, это коктейль и супчик, короче, вот так. Мама мне говорит, только никому не говори, потому что, ну, люди засмеют, но еще раз, те, кто пережил вот это страшнейшее землетрясение, это, знаете, как чек-лист. Когда ты едешь в отпуск, ты берешь одно, второе, третье, и еще и аптечку. Понимаете, аптечку ты берешь. Ты не предполагаешь, что ты будешь болеть, но у тебя аптечка всегда есть. Так же, как и вот, ну, там сумочка, я ее там кинула, она у меня в шкафу стоит, на всякий случай стоит, да, вот. Я заболталась, ну, в общем, сейчас какие будут продукты? Астаксантин будет со скидкой, и у нас подписка, когда ты берешь два продукта,
третий идет в подарок. То есть два коктейля на третий каталог, идет один в подарок бесплатно, ну, за 1 рубль. Вот, очень выгодно. И в следующем каталоге я что-то себе, какую-то подписку открою. А, возможно, витамины, возможно, коктейль. Еще не знаю почему, потому что перед Новым годом у нас были потрясающие акции. А, распродавали остатки в другой упаковке. А, формула там будет точно такие же, за исключением супчика, да, и поэтому, ну, возможно, как бы я пропущу, я посмотрю. И следующая страница по акции у нас идет антицеллюлитный скраб, также гель для укрепления кожи. Вот так вот они выглядят. Мой самый-самый любимый, вам я так показывала, да, это вот этот вот. Еще у нас в зале вместе с массажером, у меня муж недавно делал массаж. Еще у меня один в запасе, и недавно я открыла против растяжек вот такой. То есть я наношу, делаю самомассаж с этим кремом, и в зону там, где у меня растяжки, я сейчас наношу вот такой крем против растяжек. Чудо не жду, потому что что такое растяжки? Растяжки — это рубцы, и мне кажется, я сейчас являюсь амбассадором антицеллюлитного крема и вот этого курса, когда там 10 минут ты делаешь любой комплекс упражнений на пресс, на попу, на спину, и там 5 минут самомассаж, 5 минут и все. Это невероятный просто результат. Я еще раз покажу до и после. Я продолжаю свой марафон преображения, и это мои важные стратегические продукты для того, чтобы мое тело было идеально. Вот еще одна страничка. Это новинки. Новинки линейки Diamond. Невероятные свойства мицеллярного очищающего лосьона Diamond Silver. Мицелла мгновенно притягивает все загрязнения, но и также выводит на раз, два, три любую ручку. Круче, чем любой пятновыводитель. Проверим. Карандаш для глаз, для губ и подводка. Технология кока-клюсаид удаляет даже суперстойкую помаду. Не требует смывания водой. Экстракт белого трюфеля помогает улучшить цвет лица и оказывает тонизирующее и разглаживающее действие на морщины. Экстракт гороха уменьшает пигментацию и улучшает цвет лица. Она стала моим фаворитом очень-очень быстро. Все, кто знал этот продукт ранее, все говорят: вау, вау, наконец-таки они вернулись. Его можно использовать абсолютно с любого возраста. И это реально для меня еще и сейчас пятновыводитель, как бы там ни говорилось. Даже вот, например, вот это вот платье. Здесь очень узкое горлышко. Когда я его снимала в прошлый раз, вот оно было в тональном креме. То есть оно чистое, но оно вот здесь вот как бы тональным кремом. Я хотела сейчас его одеть, смотрю, здесь тональный крем. Нанесла на ватный диск, вот так чик-чик-чик-чик, все убралось. У меня здесь стоит Dyson, упаковка от Dyson на столе, потому что я часто сушу волосы, и крышка у меня была в пудре, в каких-то вот этих. Сколько раз я не протирала влажной тряпкой, вообще, ну никак я вот это вот не могла, какой-то вот там, какой-то налет. Причем я ставлю постоянно зеркало, на зеркале вот эта вот крышечка, короче, упаковка была испорчена. И когда я делала макияж, я наносила тени, и тени темные, они имеют свойство подсыпаться, и вот мицеллярка, и так чик, раз, легко убрала, и смотрю, думаю, а попробую я как вот эту крышечку от Dyson протереть, да, вот, ну, саму упаковку, вот, крышка, и вот эта вот крышка от футляра Dyson, на ней, как правило, я ставлю еще и у меня и зеркало, что только не стояло, и вот эта вот крышка, она затерлась, и я буквально на ватный диск нанесла, чуть-чуть протерла, и я крышку восстановила. Вот, вот, многофункциональный продукт. Тестировала в течение 3 недель мицеллярку. И даже если я хорошо, тщательно очищала лицо, смывала косметику, то потом следующим этапом на ватный диск протирала, и на ватном диске у меня оставалась косметика, у меня оставался тональный крем, у меня оставались остатки где-то чего-то. И знаете, вот это вот очень круто, вот это вот понимание, что какое бы крутое очищающее средство не было, сколько бы ты раз им не умывалась, да, и, ну, либо я вот, например, горячим полотенцем, то есть полотенцем, горячей воде косметической, да, и все умываю, и там остаются еще косметические продукты. Просто потому, что очень важно тщательно умывать лицо, и когда ты видишь на этом ватном диске мицелла, насколько притянули вот это вот продукты косметики, ты понимаешь, как важно, иначе бы это все осталось на моем лице, а это преждевременное старение. У нас появилось 2 продукта, записала отдельное видео.
Две недели тестирую новинку с премиального сегмента. Это клеточный крем молодости Diamond Cellular. Экстракт гороха, комбинация двух пептидов, экстракт мира и бессмертия, экстракт белого трюфеля для питания кожи, роскошный крем для дневного и ночного ухода, стимулирует выработку коллагена эластина, гиалуроновой кислоты для повышения упругости, эластичности и увлажнения, помогает замедлить гликирование, защищая коллаген эластин. И роскошный бонус – это тончайшая алмазная пудра для сияющей кожи. Дополню, что мне, наверное, больше нравится вот это средство. Оно многофункциональное, применяется как и дневной, и ночной крем. Когда у вас такого нет активного еще солнышка, идеальное время вот сейчас вот весной, но когда вы куда-то там особо сильно не выходите, потому что если вы ходите там, где активно солнце, то обязательно SPF, либо тональный крем с SPF. Вот, это как бы ночное идет средство. Так же, как и 3 недели я использовала как дневной и ночной, так же, как и дневной и ночной. 3 недели. Очень понравилась серия, да? Несмотря на то, что у меня комбинированная жирная кожа, ну, как-то вот как-то подошло, и вот, ну, классно. Плюс использовала сыворотку, либо увлажняющую Novage Plus, либо осветляющую тоже Novage Plus. Вот это. Очень крутой результат можно получить с вот этой сывороткой с витамином С. 10% можно использовать курсом 4 недельки подряд, либо раз, например, в месяц, через там 2 недели, вы просто целую неделю проводите. Почему? Потому что как только вы вскрываете упаковку, как только вы делаете первое нажатие, порошок непосредственно сконтактирует с сывороткой, и все. То есть вам этой сыворотки на неделю больше ее использовать неэффективно. То есть она теряет свои свойства. Это чисто витамин С. Для кого? Для тех, у кого неровный цвет лица, у кого пигментация. Результат просто вау, многие проходили, у меня это уже 3-й или 4-й набор. Очень люблю, но я ее так прохожу, недельку сделала, потом через месяц, следующую как бы недельку, так раз в месяц примерно. Например, в следующей неделе я могу делать только пептиды, то есть неделя у меня пептидов есть. Могу чередовать одну-вторую, то есть я по-разному пробовала. А пептиды, они идеальны для летом. Летом можно их вообще использовать, ну, круглогодично. Вот эти продукты желательно использовать не летом. И в конце каталога, как правило, у нас линейка Love Nature идет. У нас будут новинки. Дочка сказала, мне нужен гель для душа с яблоком, а я хочу с ананасом. Мне потерло. Очень-очень понравился запах. В общем, заказываем 2 геля. И признаться в любви на День Святого Валентина, на 8 марта, неважно когда, просто делать кому-то приятное, крем для рук, мыло в виде сердечка, сказать, что я тебя люблю, я ценю, что ты делаешь, просто всем знакомым, коллегам, подругам, преподавателям, продавцам где-то в магазинах, да. Я вообще очень-очень люблю делать подарки, затариваюсь всегда такими вот продуктами, и у меня не всегда есть наличие, и потом вот потихонечку такой маленький комплиментики делаю. Вот, будьте красивы, будьте счастливы, и до скорых встреч, пока-пока.